Всем привет! Это Игорь Виноградский, и сейчас я финалю тренинг «Самогипноз 1 антистресс» и делаю отзыв. Просто трудно передать словами, что на самом деле я испытывал во время прохождения этого тренинга. Такое чувство, что внутри тебя есть могучие силы, которые скрыты за такими невидимыми дверями. Эти тренинги — это такие ключики к этим дверям, которые помогают их открыть. Некоторые дверки легко, а некоторые надо чуть подработать немножко, но потом они все равно открываются. И ты начинаешь делать просто фантастические вещи. Иногда мне просто терялась грань между реальностью и тренингом. В смысле, когда я возвращался с тренинга, я смотрел на свою комнату, где это делал, и не мог понять, не мог принять эту реальность, в которую я вернулся. Это что-то необычное. Что мне больше всего понравилось делать в тренинге, что я научился делать, наверное, что самое важное, что я сделал, это все-таки доверять своему бессознательному. Потому что тренинг не пойдет у тебя до тех пор, пока ты не примешь так, как аксиому, что 2×2=4, также то, что в тренинге ты защищенный, ты в безопасности, и твое бессознательное сделает это максимально хорошо для тебя. Вот когда я этот момент понял, это произошло примерно на 4-й, на 5-й тренинг, когда я начал это прорабатывать. Все. Мозг открылся, и подсознание стало работать, стало показывать такие картины, и визуализация пошла просто великолепная. Просто классно. На работе я работаю в скорой помощи с разными пациентами. На работе стало намного проще. Не так резко реагируешь на какие-то напряженные моменты. Более спокойно, меньше страха по жизни. Супер. Равновешенность. Улыбка стала мягче. Ну и вообще, как бы, позитивное видение жизни улучшается с каждым днем. Главное, как говорит Павел, слушайте касты, делайте домашнее задание. Не надо искать отмазки, не надо искать какие-то отговорки. Устал, не хочу, там занят. Учеба, работа, там куча всего, дети. Это все фигня. На самом деле, если вы будете делать тренинги, после этого у вас будет столько сил, столько энергии, что вы подарите своим близким больше радости, чем если вы будете уставший и выгоревший, как вот в синдроме хронической усталости. И договариваться с бессознательным, наверное, это важнее всего. Если вы научитесь договариваться со своим бессознательным, то есть со своим истинным собой, я думаю, что после этого вам будет намного легче договариваться с другими людьми. И вам будет, наверное, легче влиять на других людей. Я не говорю про манипуляцию, а вот именно про влияние на других людей, потому что вы будете излучать уверенность. Вы будете излучать то, что вы знаете, что вы делаете. И то, что вы уверены в себе не просто на словах, но это подкреплено вашей внутренней уверенностью. Многие тренинги во время тренинга происходит такая ситуация, что работают разные мышцы, да? Каким-то магическим образом снимаются мышечные спазмы. Это видно на человеке, когда у него происходят мышечные спазмы, он зажатый, он скованный, он не может держаться, он неуверенно себя чувствует. Когда мышечные спазмы прошли, стресс, его уже нету. Соответственно, и мысли хорошие. Но, соответственно, и результат, который вы ищете, тоже будет намного лучше. Ну, этот тренинг я купил в комплекте
вошел в комплект «Самогипноз 2». Я благодарен Павлу, что он включил его как бонус. Класс. Очень доволен. И сейчас предвкушение доступа в веб-блог. В нетерпении этого доступа. Но после веб-блога будем приступать к «Самогипноза 2». К интуиции. Прорабатывать интуицию, чтобы добиваться еще больших результатов в этой жизни, чтобы знать, в какую сторону повернуть для того, чтобы достичь наилучшего результата. А, что еще? Стал принимать решения за 60 секунд. Неважно что. Любой вопрос. Делаем, не делаем, продолжаем, не продолжаем. Вначале было трудно. Казалось, что что-то можно упустить, что-то можно потерять. А потом понимаешь, что надо делать. Те 60 секунд. И ты делай. Чем чаще ты будешь это практиковать, тем твоя интуиция будет работать более острее, более качественнее, и ты сможешь получать правильное решение. Я желаю всем удачи. Желаю добиваться успеха в самогипнозе. Ну и будьте здоровы. Спасибо.